Опасен пилорам, смотрели вон. Все, барана какая, да? Вот это лезет в землю, да? То чем ее таскать-то? Двенашка тянет ее? Нет, наверное. И прикаточный вот. Прикаточный можно и самому такой сделать, да? Как он, на пружинах или на этих стоит? Игорь, ты не работал на таком? Прикаточный нет. Здесь цилиндр стоит. Или этот? Под этот барабан? Да. Нет, вроде. АГ-2,4,20. На 20 он. Бем! Вот он как называется. Вот тут смотрели. Здесь 80-ка. Так, для общего развития решил просто снять Т-16 посмотреть. Ну, перед с грузами, рулевая, правда, разбита, цапфы нет, цилиндр поворотный стоит, прикольно, два заводских подъемных стоит, цилиндр поворотный, имею в виду, дозатор стоит на нем, обычно вот здесь лопаются они, телангерон, насколько я знаю, но петля подварена, это ничего страшного. Этот диск старого образца, как и на всех, заваренный весь. Хлопная, насос еще свой родной. Ну, все в масле что-то. То ли греют его, подогревают. Вон он весь. Какого? 88-го года. Ну, такой. Я бы сказал, вот.